Хай position Герех. Литополис, ваш сон наяву, ваш новый дом, построенный вашими же руками. И пусть в нем не все гладко, но там вас ждет заслуженное достойное... Тот не мой старик опять здесь шатался. Кохартиан? Стой! Стоять! Лучше не привлекать внимания. Что это? А там что? Что? Не убежишь. Где-то здесь, так что... Oh!
Нельзя там оставаться! Этим ты только себе хуже сделаешь! Мой недалекий братец чем-то подпер дверь изнутри. С кем это ты там говоришь? Это что, один из них, да? Нет, тупица! Он боится людей Сефету. Но зачем же прятать голову в песок? Я тебе не страус! Это стук копыт? Это они? Беги отсюда! Прошу, они убьют его. Страшно подумать, на что способны сборщики налогов. Сефету меня не послушает, но я послежу за сборщиками налогов. Может, уговорю их отстать от вас. Но! Но! С дороги! С дороги! С дороги! Яла, яла. Прочь! Прочь! Увидят, сразу накинутся.
из Мейзонус Афросинис. Иди, Один. Оран булимити механесте. Эй, ты! Стой! Стража держит ухо востро. Της Μίζωνος Αφροσύνης. Έκρινον απεργίαν ποιήστε. Τι πλέον μέλουσιο. Что ты? Тебе. Thank you.
Πλέον μέλουσι ουράν. Άνθρωποι νουν απολέσουν. Οφείλουμε να αυξήσουν την ημερησίαν παραγωγή αλεύρου. Οι, της Μίζωνος Αφροσύνης. Φύγετε από αυτού. Άπαντες, άπαντες, φύγετε. Oi, tis Meisonos Afrosinis. Что-нибудь нужно? Хорошо. Рад иметь с тобой дело.
Чем я могу помочь? Ну, прощай. Ιδί Όντιν, όραν βουλίμι τη μηχανέστεν να εξελεύθεις. Ιδί Όντιν, ελάβει νούγι γνωστής. Ω, βαχέχτμενο. Νούγι σχέδε. Αμάξα ελάβνης γα κακίστεος, αμέλισον. Влакс! Керавлян, Вия! Сиелавни хрию гимнес! Стой! Стоять! Идиоти! Ои! Ти симван, педес! Лексон, лексон! Ире, по инесет! Ιδιώτην, όραν που λύμει τη μηχανέστερη. Ιδιώτην, όραν... Я Баек. Ай отправила меня к Аполлодору. Я надеюсь, ты осознаешь, по какой причине мой хозяин так осторожничает. На мой вопрос ответит только он. Я передам ему твою просьбу и скажу, что ты от Айи. Жди ночи. Если он согласится, найдешь его рядом с маяком. А пока ипподром почтит память величайшего возницы. Вас ждут веселье и напитки. И, конечно же, соревнования, если угодно. Τέκνον διπληγήν αυτής πάλιν. Ου, μάλλον πλέον μέλους η ωράν. Ήκουσον μουρίας. Аполлодор,
Эй, ты! Скажи, ты убийца или друг? Друг. Байк из Сивы. А, тогда помоги. Ты Меджай Ай, да? Кто-то еще выжил? Только Дамаст. Его взяли в плен. А свиток? Как же свиток? Он у Дамаста. Дамаст должен был его уничтожить. Клеопатра у тебя в долгу. Сможешь сам дойти до лекаря? Я убил Евдора. А? Я рад. Он змей, да? Если честно, Баек, ты многого не понимаешь. Если честно, лучше ответь. Сперва ты должен проявить себя. Спаси Дамаста и найди его свиток. И тогда я пойму, можно ли верить словам Аи. Где искать Дамаста? Он на пристани в бухте Канопуса. Нельзя допустить, чтобы кто-то прочел этот. Соберись. Тревога! Сюда! Эй! Что-то мне не по себе. Покажется, убьем. Что? Эй, что-то стоять! Здесь не так. Лучше быть начеку. Что ты? Тревога! В бой! Фигете, Абандес! Абандес! Фигете! Мин ипологизете ти семенья! Арнуме! Сюда меня не пустят. Καιρών προς άνθρωπον βραχύμετροις, ώστε ουδή με αναλύσκην των χρόνων μου έρησιν. Что? Меня не забыли? Эй, что?
Кого-то ожидает хорошее. Эй! Лови! Умри, ничтожество! Что ты? Что? На куски порву! Выпустите меня! Спасибо! Это было просто невыносимо! Они все мертвы! Мрази! Они это заслужили! Выведи меня отсюда! Там поговорим! Афросинис. Идиоти. Ακούσον τούτο. Я сам собирался их убить. Просто не смог выбраться из этой клетки. Меня прислала Паладор. Дай мне свиток. Что? У меня нет свитка. Ты был за него в ответе. Спрятал на корабле. Ведь он мог попасть не в те руки. Где корабль? На дне озера. Его потопили. А, понял. Я его найду. А Паладор ждет тебя у маяка. Передам ему, чтобы встречал тебя у корабля. О, вахехт мено. Ну, не скеде. Тот самый свиток, Нек. Вот твой драгоценный свиток. Спасибо тебе. Похоже, ты достойный человек. Думаю, я могу тебе верить. Этот свиток для полководца Помпея. Мы пытались склонить Рим на сторону Клеопатры. Она будет благодарна за то, что ты сохранила ее секрет. Она на моей вилле.
так что за мной. Не понимаю, при чем здесь Айя? Ее брат Фан сказал мне, что она одержимо ищет одного человека. Так вышло, что и у меня были причины желать ему смерти. Когда Айя нашла его, я встал на ее защиту. Спасибо. А тебе спасибо за то, что ты убил Евдора. Он был омерзительным человеком. Ты должен знать, что помимо Евдора, я покончил с Филакитом Александрии, Геннадием. Геннадием? Я рад его смерти. Но ты подверг себя большой опасности. Филаки — сплоченная группа. Они опасны. И они придут за тобой. Пусть придут. Почему ты хотел смерти Евдора? Как ты знаешь, брат Клеопатры, Птолемей еще юн и не сможет стать хорошим царем. Мы думаем, им манипулировал Евдор. И именно он в ответе за все беды Египта. Пришли! Вилла перед нами. Обсудим все на вилле. Царица наслаждается высшим обществом. Я рад, что Айя вносит хотя бы талику здравого смысла в окружение Клеопатры. Что творится? Твоя жена поистине удивительная женщина. Знаю. Бай, прежде чем я все тебе расскажу, Клеопатра должна одобрить тебя. Она с характером. Я дам тебе совет. Когда подойдешь, преклони перед ней колено. Говори только, если спросят. Никаких вопросов. Не груби. И пусть тебя не отвлекает праздник. У нее большая свита, весьма жадная до развлечений. Иногда даже слишком. Говори четко, спокойно и главное, не смотри ей в глаза. Готов? Я в нетерпении. Лови! Идите ко мне, оба! Да. Она меня застукала. Ощущения просто дивные. Сюда. Да не бойся, она не злопамятна. С пчелами? Где моя трубка Софии? Я отдамся любому здесь, если он согласится быть казненным на рассвете. Так же, как Зантидий. Между прочим, он был весьма доволен обменом. А это что за красавчик? А ты заплатишь эту цену? Моя царица, это... Ну? Благодарю, царица. Но я уже отдал свою жизнь жене. Айя, одобряю твой выбор. Идем. Нам с вами многое надо обсудить.
Празднуйте, друзья! Ты невежа. А, Башаран-Птах. Это Ая и Баек. Они прервали земной путь Евдора. Чудесно. Вам близки наши идеи? Мы ничего о них не знаем. Евдор состоял в Ордене Древних. Именно они стоят за моим изгнанием. Они лишили меня трона. И какое мне до них дело? У змея много голов. Эти головы и есть Орден. Змей убил моего сына. Все не так просто. О чем они говорят? Не знаю. Им что-то известно. Орден Древних хочет управлять Египтом. Птолемей их ручной пес. У нас глаза и уши по всей стране. Но Орден все время ускользает. Против нас некие таинственные силы. К примеру, здесь, в дельте Нила, пески поглотили целые деревни. Но за всем этим злом скрыт замысел человека. И это один из Ордена Древних, Скоробей. А здесь, в священном городе Гиза? Все подчиняется таинственному человеку по имени Гиена. Из-за него Гиза теперь край смерти и потерь. И есть еще Мемфис. Теперь здесь все осквернено. Даже наш священный бык Апис. Тот, кого называют ящерицей, обладает какой-то таинственной силой. Значит, змей — это Орден Древних? Да. Евдор был известен как Бегемот. Ты был прав, любимый. Он не последний, а один из многих. Если Ордену что-то нужно, как было в Сиве, он без сомнений сокрушит все на своем пути. Сива. Теперь Фаюм. Самый угнетаемый регион в Египте. Там правит жестокий крокодил. Люди живут в постоянном страхе. И эта судьба ждет весь Египет, если не остановить Орден. Нужно действовать и быстро. Пришло время уничтожать врагов. Мы еще не нашли того, кто убил Хему. Тень нашего сына будет плакать от счастья, когда мы покончим с ними. Теперь ты мой, Меджай Баек. Защитник истинного фараона Египта. Да будет так. Сегодня мы пьем, празднуем, любим. Завтра
Ниуа атнечер, харма айхатев, харнетет покор, эюне джени, уэ эннефер. Цэму, нечхарит. Прошу, прошу в Литополис мечту великого Тахарки. Откройте новую жизнь в чудесном городе Литополисе. Начните с чистого листа в стране дивных возможностей и надежд. Жестокая пустыня поглотила этот город во времена наших предков, но великий Тахарка вернул нам его тайны. Город...